Выставка «Разноцветные коты. Воплощение мечты» составлена из коллекции семьи сочинских художников «Бедрак». Для создания незабываемой галереи кошачьих портретов использованы самые разные художественные техники. В залах музея можно увидеть более 100 котов, кошек и котят самых разных пород, цветов и фактур. Кошки из папье-маше и фарфора, акварельные и керамические, кошки-матрешки и кошки-скульптуры, рыбаки и воришки, мечтатели и обжоры, музыканты и хулиганы. Только внимательный взгляд узнает в разнежившихся котиках обычную морскую гальку, с большим мастерством расписанную художниками. Во время работы выставки для маленьких посетителей будут проводиться интерактивные экскурсии. В игровой форме можно будет ближе познакомиться с миром кошек, посмотреть мультфильмы, а также принять участие в мастер-классах и сделать свою собственную кошку. Выставка будет работать по 26 марта.